Торговый дом «Людмила Плюс» давно известен среди сочинцев как самый щедрый на подарки магазин. Всевозможные акции для покупателей – здесь сложившаяся традиция. На этот раз участниками очередной лотереи стали горожане, сумма покупки которых составила не менее 10 тысяч рублей. Призы же в «Людмиле Плюс» разыгрывали самые разнообразные – от дисконтных карт до душевой кабины. Сегодня же в магазине разыграли электрочайник и мультиварку. Спасибо. Мы еще к вам придем. Вручили сегодня и один из главных призов. Счастливым обладателем iPhone 6 стал покупатель, совершивший в «Людмиле Плюс» самую крупную покупку за последние несколько месяцев. На самом деле я много где искал то, что мне нужно для ремонта, то есть чтобы было все в одном магазине. Я много магазинов объездил, но вот в «Людмиле Плюс» мне как понравился, ну там понравились люди, которые со мной работают, менеджеры. Ну что, это жене. Жена, люблю жену. На этом этапе я не заканчиваю посещение этого магазина. Думаю, у них еще будут розыгрыши. Я уже себе тогда выиграю iPhone. Кстати, выигрыш в виде дисконтной карты вызвал у участников розыгрыша не меньшую радость. Где мой чек? Нет, это что-то не мой чек. О, вы выиграли в любом случае. Я вам сейчас объясню, почему. Карта. Дисконтная карта. Вау! Вот, вы выиграли скидку. Спасибо! Спасибо, «Людмила Плюс». Пожалуйста. С пустыми руками сегодня никто не остался. Всем пришедшим вручили утешительные призы, те же скидки и шампанское со сладостями. Сегодня мы разыграли не все призы. В связи с этим руководство «Людмилы Плюс» приняло решение, что будет второй этап, который состоится в ближайшее время. Все рассказывать мы не будем, но кабина, унитаз и еще кое-что – у нас есть. Поэтому следите за рекламой. Дополнительно мы обязательно сообщим это. И будем вас приглашать. Уважаемые покупатели, мы ждем вас. Вас ждут ваши призы. Беспроигрышной акции. Торговый дом «Людмила Плюс», где есть все для строительства и ремонта, расположен по адресу улица Донская, 3/3. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.